Дорогие мои читатели, вы держите в руках не совсем обычную книгу. С одной стороны, это очень правдивая книга. В ней нет ни единого вымышленного имени. А все события действительно проходили в то время, которое обозначено в тексте. Будь то год или век, или какая-то конкретная дата. А с другой стороны, это фантастическая книга. «Как такое может быть?» – спросите вы. А я вам отвечу, что и сама не знаю, как это вышло. В основе книги реальная история моей семьи с элементами родословной, рассказанная с помощью почти реальной тыгдымской лошади. Что из этого получилось, судить вам, а я буду надеяться, что моя откровенность и буйная фантазия не оставят вас равнодушными. Искренне ваша, Елена Казакевич. Это обращение к читателям автора детской книги Елены Казакевич, которая вышла в свет в 2022 году. Вместе с героем книги «Тыгдымской лошадью» можно много узнать о культуре, быте советского времени. За этой семейной историей проявляется впечатление от детских увлечений, фотографий, новогодними сюрпризами, историей страны. Это случилось холодной зимой. Тыгдымская лошадь вернулась домой. Кажется, в пятницу, да, в декабре. Вечер морозный стоял на дворе. Мы попивали чаек с пирогами. Мы говорили об этом и том. Вьюга нам пела на все лады. Вдруг за окошком тыгдым, тыгдым. Здравствуйте, пожалуйста, посмотрим в окно. Тыгдымская лошадь. «Привет, Иго-го! С букетом цветов из далекой страны, с тортом огромной величины, с новой прической и в шубке по моде, вроде как раньше и новое вроде. Тык-дым, 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 тык-дым. Кофе хотите? Конечно, хотим!» А танцы устроим? Какой разговор? Тыгдымскую лошадь встречает весь двор. Вот это был праздник! Вот здорово было! Тыгдымская лошадь, подарки! Как мило! Тыгдымская лошадь, ты с нами опять! Будешь и танго, и рэп танцевать. И летом с тобой мы отправимся в Крым. Помчимся, поскачем! Тыгдым, тыгдым! Тыгдымская лошадь видна тому, кто увлечен творческим делом, игрой, тем, кто верит в чудеса. Автор книги Елена Владимировна Казакевич руководит Федеральным медицинским центром Архангельска. А кроме того, пишет книги, стихи и сказочную прозу для детей. Например, есть книга о приключениях радужной девочки Вайолет. Есть книга про змея Горыныча, который прилетел из старых сказок и поселился в дружной семье Поляковых. Сказочные герои хватились змея Горынычу. Куда он пропал? На разведку отправляется Баба-Яга, Алеша, бабушка Маруся, змей Горыныч. Новое приключение любимых героев вместе с Бабой-Ягой есть в книгах Елены Казакевич. Картинки к удивительным историям Елены Казакевич нарисовала Катя Плаксина. Чтобы веселее было путешествовать вместе с Тыгдымской лошадью и другими героями этого автора, приходите в библиотеку и читайте всей семьей. Так понятней, приятней, интереснее –